Знать расположение пожарных гидрантов, а также где находится эвакуационный выход, это, конечно, хорошо. Однако в чрезвычайной ситуации все может пойти не так, и паника сможет свергнуть здравый смысл. Именно поэтому сегодня в Казанском федеральном университете прошли учения для студентов и преподавателей. Как же все-таки вести себя во время пожара и во время чрезвычайных ситуаций? Звук пожарной сирены, удивленные лица студентов. Нет, это не чрезвычайная ситуация. Это противопожарные учения, направленные на подготовку студентов и сотрудников университета. Что же все-таки делать, если ЧС случится? По сценарию, в холле главного здания КФУ произошло воспламенение. В роли огня выступил тренажер. Прибывшая на место команда борцов с огнем сразу обнаружила очаг возгорания, приготовила весь инвентарь и потушила воображаемый огонь воображаемой водой. Пожарная охрана очень хорошо сработала, вовремя приехала, размотала свои рукава. Все, они приступили к тушению условного пожара, поэтому все, ни одного замечания не было по итогам учений. К слову, борьба с пожаром – это только малая часть учений. Прибывшие сотрудники МЧС проверили также работоспособность электромагнитных замков на дверях, как быстро и насколько организованные обитатели здания покинули его, а также как руководитель структурных отделений предоставит списки эвакуированных людей. К слову, на все про все ушло меньше 10 минут. Эвакуации по нормативам в этом здании должно быть 8 минут. Сегодня эвакуация произошла за 5 минут 36 секунд. Поэтому по правилам пожарной безопасности две оценки есть. Удовлетворительная и неудовлетворительная. Общая оценка пожарной выставили удовлетворительная. Поэтому я считаю, что наши учения прошли хорошо. Пока что это просто учение, помогающее понять, как нужно действовать в экстренной ситуации. Однако никто не знает, когда данные знания смогут пригодиться на практике. Поэтому к такому лучше быть готовым всегда. Вы все живы? Да. Всем спасибо, кто принимал участие. Лев Диденко, Лето Басова, Ленардо Влетяров, Универ Ньюс.